Здравствуйте, уважаемые руководители муниципальных органов, муниципальные служащие и всем, кому интересны некоторые вопросы ведения регистра муниципальных нормативно-правовых актов. Я, Будоцаренов Андрей Петрович, начальник отдела по ведению регистра муниципальных нормативно-правовых актов Государственного правового комитета администрации главы Республики Бурятия и правительства Республики Бурятия. Вот этот кадр, он говорит об основных нормативно-правовых актах, которые действуют в сфере регулирования регистра муниципальных нормативно-правовых актов. Это прежде всего федеральный закон 131 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Потом постановление правительства РФ от 10 сентября 2008 года номер 657 о ведении федерального регистра муниципальных нормативно-правовых актов. Затем закон Республики Бурятия от 13 октября 2008 года номер 470-4 Римская об организации и ведении Республиканского регистра муниципальных нормативно-правовых актов. Вот это подзаконные акты и рекомендации. Так, с 2020 года, с 1 января, изменился способ направления муниципальных нормативно-правовых актов и сведений в регистр муниципальных нормативно-правовых актов. Я сократил такое большое словосочетание муниципальные нормативно-правовые акты в аббревиатуру МНПА, и дальше она будет использовать по тексту. Теперь необходимо отправлять муниципальные нормативно-правовые акты в регистр только в электронном виде. И копии этих нормативно-правовых актов необходимо заверять электронной усиленной квалифицированной подписью главы муниципального образования либо иных лиц, которые указаны прямо в законе. Этот вопрос регулируется приложением к закону Республики Бурятия от 13 октября 2008 года номер 470-4 Римская. Вот, в пункте 2 раздела 1 говорится, что органы местного самоуправления обеспечивает направление МНПА в электронном виде уполномоченным органом исполнительной власти по ведению регистра. В пункте 1 раздела 2 говорится, как это все должно быть. МНПА и сведения, они представляются в электронном виде на машиночитаемом носителе, ну, имеется в виду в основном флешка, или по электронной почте в виде копий. Необходимо использовать текстовый редактор Microsoft Word в формате файлов .doc или .docx, которые заверены усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя органа местного самоуправления, либо лица, которые исполняют его обязанности в соответствии с уставом муниципального образования, либо лица, которое уполномочено распоряжением руководителя органа местного самоуправления, или лица, исполняющего его обязанности в соответствии с уставом муниципального образования. Необходимо также использовать средства криптографической защиты. Это CryptoPro CSP и программа для шифрования электронной подписи файлов CryptoArm. Вот, необходимо также разъяснить, что такое основной акт и изменяющий акт, поскольку в основном специалисты органов местного самоуправления, они в большинстве своем не юристы и не знают, что это такое. Основной акт – это самый первоначальный акт. Эта ситуация встречается, когда муниципальное образование направляет акты, либо постановление администрации, либо решение советов депутатов о внесении изменений и дополнений в какой-то акт. И они спрашивают, что такое основной акт? Это самый первый акт. И иногда органы местного самоуправления по ошибке, они нарушают юридическую технику, вносят изменения в изменяющий акт. Это делать, как правило, нельзя. И самым первоначальным актом не может быть изменяющий акт. Вот. Пример изменяющего акта – это постановление администрации муниципального образования Северобайкальский район от 10 августа 2020 года номер 199. Он называется «Внесение изменений в
положение, дальше идет наименование положения, то есть это акт изменяющий. Он вносит изменения в основной акт. Основной акт, как правило, тоже указывается наименование. Это положение об организации и осуществлении деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Северобайкальский район, утвержденное 5 октября 2018 года, номер 279. И вот основным актом, я уже сказал, что это будет постановление администрации муниципального образования Северобайкальский район от 5 октября 2018 года, номер 279. Вот. Теперь хочу обратить внимание на оформление первой страницы муниципального нормативно-правового акта. Некоторые отдельные муниципальные образования отправляют свои муниципальные нормативно-правовые акты на бланках с различными украшениями цветными. Это бывают гербы, бывают различные рисунки, бывают линии, ну прочее. Вот такой пример. Это опять по администрации муниципального образования Северобайкальский район. Согласно требованиям, необходимо направлять копии муниципальных нормативно-правовых актов без различных бланков, без гербов, без флагов и прочих атрибутов муниципальных образований, то есть рисунков. Поскольку вот эта масса нормативных актов с различными украшениями достаточно большая, то нам приходится затрачивать время на удаление всех этих атрибутов. И просьба отправлять все свои муниципальные нормативно-правовые акты без различных украшений, без флагов, без бланков и прочих атрибутов. Вот примерно в таком виде. Просто черные буквы на белом листе. Хочу остановиться на сайте Министерства юстиции Российской Федерации. Вот наша работа по внесению муниципальных нормативно-правовых актов, она отражается на сайте Министерства юстиции Российской Федерации. Он называется по-русски маленькими буквами право-minjust.rf. Вот как выглядит поиск. В интернете набираем по-русски маленькими буквами слова право-minjust.rf, выбираем официальный сайт, нажимаем, выходит вторая картинка. Вот зеленая строка есть, переход к поиску нормативно-правовых актов и сведений. Надо кликать курсором именно вот на эту строку. Мы кликаем, получаем другую картинку. Вот. Обращаю внимание, что здесь с левой стороны есть информационные банки данных. Самый первый, как правило, выходит федеральное законодательство. Но если мы осуществляем поиск муниципальных нормативно-правовых актов, надо вот этот зеленый прямоугольник курсором перевести ниже, где есть банк данных, нормативно-правовые акты муниципальных образований. Мы кликаем на него и получаем следующее, вот такая картинка. Затем необходимо указать реквизит субъекта Российской Федерации. Это Республика Бурятия. Следующий реквизит – это муниципальное образование. Вот мы пишем «Бурят» или «Бурятия», выходит внизу подстрока «Республика Бурятия». В квадратике напротив слов «Республика Бурятия» ставим галочку. Вот. Нажимаем на «Выбрать». Затем заполняем реквизит «Муниципальное образование». Ну, к примеру, возьмем Селенгинский муниципальный район. И в нем сельское поселение Селендума. В реквизите «Муниципальное образование» пишем слова «Селенгинский». Вот выходит такая картинка. Нажимаем на «Выбрать». Под словами «Муниципальное образование» получаем следующую картинку.
Вот выходит дополнительное окно, называется «Справочник муниципальных образований». И под строкой поисковой видим плюсик и слова «Российская Федерация». Необходимо дальше кликать курсором на плюсик перед словами «Российская Федерация», и появляются все субъекты Российской Федерации. Вот они появляются. Надо поискать внизу Республику Бурятия. И кликаем курсором на плюсик перед словами «Республика Бурятия». Вот такая картинка. Дальше раскрываются все муниципальные районы в Республике Бурятия. Среди них ищем Селенгинский муниципальный район. И нажимаем на плюсик перед словами «Селенгинский муниципальный район». Ну и появляются все муниципальные образования в составе Селенгинского района. Вот это как выглядит поиск. Вот они. И тут мы видим, что Селендума, она появляется в двух случаях. В одном случае это поселок Селендума, в другом Селендума. Ну и чтобы не ошибиться, ставим галочки в двух квадратиках перед словом Селендума и поселок Селендума. Нажимаем на кнопку «Выбрать». Вот получаем следующее. Такая картинка. Вот такую картинку мы получаем. Ну и заполняем те реквизиты, которые мы знаем об этих или об этом акте. Например, номер документа и дата принятия документа. Например, документ и имеет номер 2, но дату мы не знаем, и приблизительно он с начала января до 4 марта 2020 года. Внизу картинки нажимаем на кнопку «Найти». Ну и потом нажимаем на постановление от 20 февраля 2020 года, номер 2. Выходит само постановление. Вот эти картинки, как они, поиск выглядит. Вот так вот мы реквизиты заполнили. В самом низу нашли слово «Найти». Это кнопка «Найти». Нажимаем. Появляется следующая картинка, вот их несколько актов, причем выпадают не только акты с номером 2, но и с номером 20, если есть несколько сотен документов, то есть с номером 200 с лишним, вот из них выбираем нужное постановление или решение. Вот кликаем на него и получается вот постановление, дальше вылистаем и находим. Вот в случае хочу остановиться, когда необходимо представлять основной акт вместе. Так, я тут ошибку сделал. Предоставлять основной акт вместе с изменяющим актом. Вот муниципальное образование направляет изменяющий акт. И им надо, прежде чем отправить этот изменяющий акт, проверить на этом сайте право Минюст РФ. Есть ли основной акт у нас в базе данных? Они все эти операции осуществляют на сайте право-минюст.рф. Если этот основной акт есть в регистре МНПА, то его отправлять не надо нам. А если его нету, то, пожалуйста, представьте основной акт по, ну, в соответствии со всеми требованиями. Это электронный вид, это удостоверение усиленной квалифицированной электронной подписью главы муниципального образования или лица, уполномоченного уставом или им. Потом сопроводительное письмо, офис, опись и информация, то есть справка об обнародовании либо опубликовании. Соглашение с прокуратурой. В этом 2020 году между администрацией главы Республики Бурятия и правительством Республики Бурятия и прокуратурой Республики Бурятия заключено соглашение о взаимодействии. Согласно данному соглашению, мы ежемесячно информируем прокуратуру о наличии экспертных заключений по актам муниципальным нормативно-правовым, о нарушении сроков
или об отсутствии поступления в отчетном периоде муниципальных нормативно-правовых актов, а также об отсутствии сведений о публиковании и обнародовании тех актов, которые подлежат внесению в регистр. Прокуратуры, ну это прокуратура Республики Бурятия и районные прокуратуры, и межрайонные прокуратуры будут рассматривать эту информацию или реагировать в отношении тех муниципальных образований, у которых будут иметься недостатки по работе. Поэтому просим муниципальное образование в Республике Бурятия соблюдать законодательство о регистре муниципальных нормативно-правовых актов. Все, благодарю за внимание. До свидания.